Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Липецк. Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если видите и слышите меня хорошо. Ага, прекрасно. Давайте познакомимся. Меня зовут, зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Direct Media. И э, сегодня я для вас э, на нашем э, вебинаре освещу три темы, э, связанные с тремя продуктами компании Direct Media. Это э, библиотека Nonfiction, э, <coughs> библиошкола и арт-портал. А, э, презентации я э, положил для скачивания э, в раздел Ресурсы. Если у кого-то кого этот раздел не виден, обратите внимание, сейчас я нарисую стрелочку, посмотрите примерно в этом направлении, вы увидите ряд стрелок, прошу прощения, ряд, ряд кнопочек, поднятую руку, смайлик, и в ряду этих кнопок есть такая серая папка. Под ней подпись показать или скрыть ресурсы. Вот если вы на нее нажмете, то у вас справа от презентации откроется окошко с ресурсами, которые доступны для скачки. После этого вы можете нажать на зеленый значок слева от названия презентации и скачать ее к себе на компьютер. Обращая внимание именно на значок, а не на название файла. Uh, ну что ж, давайте приступим. Uh, начнем с uh, продукта, который называется Библиотека нон-фикшн. <coughs> uh, uh, первые два продукта, о которых я буду говорить, uh, Библиотека нон-фикшн и uh, Библиошкола, являются ну, в некотором роли, uh, роде продолжением нашего uh, флагманского продукта. Университетской библиотеки онлайн, которые мы делаем для вузов, и являются продолжателями того того подхода и того контента, который есть у нас в университетской библиотеке онлайн. Однако есть существенные отличия, а также упрощения, связанные со спецификой этих продуктов. Библиотека Nonfiction это решение, которое специально подготовлено для публичных библиотек. И характеризуется оно э, следующим. <coughs> Во-первых, на платформе собрана воедино коллекция большинства жанров нехудожественной литературы. Это, собственно, отражено в названии. В... В составе контента библиотеки non-fiction как раз находится в основном не художественная литература. Есть и ряд художественных произведений, особенно классики, но об этом отдельно. Далее, второе существенное отличие от университетской библиотеки онлайн – это то, что книги предоставляются по модели комплектования по требованию пользователя, о котором я чуть попозже расскажу. Это позволяет пользоваться максимально широким ассортиментом и при этом оплачивать только те книги, которые являются востребованы, востребованными в вашей библиотеке. Ну и, наконец, доступ предоставляется, как это уже сейчас стало обычным, не только со стационарных компьютеров у мобильных, но и из мобильных устройств, и не только из помещения библиотеки, но и отовсюду, где есть доступ у читателей доступ к интернету. Достаточно простой адрес к нашему главному прошу прощения, забыл, как это называется, к главному домену второго уровня Библиоклуб надо приписать просто три буквы ЛИП, чтобы попасть в библиотеку Non-Fiction. А вот так выглядит главная страница библиотеки Non-Fiction. Ну, тут все достаточно просто, кроме некоторых специ... специальных разделов, о которых мы чуть-чуть попозже поговорим. Есть поиск, который является основным способом для читателя добраться до какой-то его любимой книжки или найти что-нибудь. Ну и, собственно, рубрикатор, в котором можно то же самое сделать методом подобным библиотечному каталогу. Библиотека содержит более 60 тысяч специально подобранных изданий литературы в жанре нонфикшн от более чем 300 издательств Российской Федерации, Белоруссии и Украины. Фонд изначально расширен, рассчитан на широкий читательский интерес и содержит книги по различным тематическим направлениям, научно-популярную литературу, деловую, образовательную, познавательную литературу и так далее. А, ну вот достаточное количество библиотек подключено к нам не будем их упоминать всех, только некоторые издательства, крупные Ман Иванов Фервер представлены у нас, Книжный мир, От Атлант, Русское слово, издательство Этерна, Прогресс традиция, Белый город, Пальмир, Репол Классик, Крылов, Проспект, ну и, конечно, издательство, собственно, издательство Direct Media. Не надо забывать, что мы не только интегратор контента, но и сами являемся издательством. Представлены также периодика у нас. Это более 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет включая актуальные новинки, но здесь уже, наверное, надо написать 17-18 год. Ну, насчет 18-го точно не уверен, но до 17 -го года точно. Ну и еще хотел бы обратить внимание на то, что для лиц с ограниченными возможностями, ну, не только для них, конечно, это популярный формат, у нас есть аудиокниги, их более 2000. Вот, и аудио... Аудиокниги, ну вообще аудиокниги у нас являются традиционно одни, одной из форм контента, которые мы представляем и в университетской библиотеке онлайн тоже. Этот способ подачи материала достаточно популярен. Ну, не буду об этом говорить, собственно, вы и так понимаете. У нас даже учебники есть, правда, гуманитарные, выполненные в виде аудиокниг. Ну, вот в, конкретно в нонфикшн вошло, вошли примерно две с половиной тысячи. Одна из наших, ну, таких ноу-хау, это тематические коллекции. Наши библиографы и э, любители книги специально работают над, подбо над подбором э, тематических коллекций. Это э, около... Э, ну, э, что касается э, университетской библиотеки онлайн, там их уже почти э, 200 тематических коллекций. В библиотеке нонфикшн немножко поменьше, если не изменяет память, около сотни тематических коллекций. Это подборки от нескольких десятков до полутора сотен книг по какой-то конкретной тематике. Тематика большая, в основном достаточно обширная. В основном это исторический аспект, психология, философия военная история, мемуаристика, русская и зарубежная классика и так далее. Музыкальная классика много, много разных направлений. Вот хотел бы отметить, что вот эти вот тематические коллекции – это то, что можно советовать читателям, когда они хотят глубоко изучить тот или иной вопрос почти наверняка э, читатели, даже э, погруженные глубоко в свою тему, э, не смогут найти э, просто поиском или э, блуждая по каталогу э, такое количество книг, э, э, релевантных их, э, их теме. Э, вот поэтому, если тема, ну, особенно это касается студентов, э, э, школьников, которые ищут информацию для э, рефератов или каких-то других других работ аспирантов и, и так далее. Вот. Ну и для широкого читателя это тоже интересно, есть люди, которые интересуются конкретно одной темой. Вот в этом случае имеет смысл рекомендовать таким читателям ознакомиться с тематическими коллекциями и из них уже выбрать те книги, которые им необходимы в подвале нашего сайта, несмотря на то, что интерфейс достаточно понятен интуитивно, в подвале нашего сайта внизу есть инструкции для библиотекаря в формате PDF и инструкции для читателя. Их можно скачать и посмотреть, как пользоваться собственно, нашим сайтом. Да, сразу хочу отметить, что в концепции комплектования по требованию количество читателей не является ресурсом. То есть вы можете запросить у нас любое количество логинов и паролей для, для своих читателей. А ресурсом являются те книги, которые вы поместили в свой фонд. То есть из всего набора 60 тысяч книг вы можете поместить те книги, которые, которые выберут ваши читатели. И только после того, как эта книга будет вами выбрана и одобрена, эти книги помещаются в фонд и с вашего счета списывается стоимость, соответствующая данной книге. Как это происходит физически? В тот момент, когда читатель знакомится, отбирает себе книгу, ему появля... у него появляется вот такая, вот такая вот страничка с названием книги, возможностью полистать отрывок этой книги. И если он хочет ее почитать, и в данный момент книга еще не в вашем фонде, он нажимает на, п... на кнопку «Отправить заявку». В этот момент книга появляется в вашем личном кабинете, в личном кабинете библиотекаря, а до этого в вашем личном кабинете вы выставляете порог, по которому книги автоматически попадают в фонд. Что это означает? Ну, библиотекарь, чтобы себя не очень утруждать, может выставить порог, чтобы акцептовать не все книги, а только те книги, которые превышают определенные, определенную стоимость. Ну, например, это 1000 рублей, 100 рублей, там 200 рублей, 300 рублей и так далее. А если книга дешевле то, соответственно, она автоматически попадает в фонд, и библиотекарь об этом узнает уже постфактум. Если она дороже, то в личный кабинет, как я уже говорил, в личный кабинет библиотекаря поступает запрос. Выглядит это примерно так. Давайте в увеличенном виде покажу. Зап запрос выглядит так. Вот сейчас в вашем личном кабинете в по вкладке «Запрошенные книги». Возникает вот такая вот строка с надписью «Ожидает». И в данном случае вы должны нажать либо зеленую галочку, либо крестик красный. Соответственно, если вы нажимаете зеленую галочку, то книга становится одобренной и попадает в фонд. Если вы нажимаете на крестик, то книга становится отклоненной, вот как здесь. И в фонд не попадает, э, 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 ну, по причине, например, что эта книга, по вашему мнению, либо слишком дорогая, либо э, очень специфическая и нужна только одному э, читателю. Э, <соспорядок> кроме... <соспорядок> Да, ну вот здесь вот, например, показано, что большинство книг одобрено, ну а отклонена, да, вот здесь отклонена какая-то специфическая книга, эффект стволовых клеток при клеточной терапии рассеянного склероза. Ну, видимо, книга, во-первых, достаточно дорого, а во-вторых, видимо, понадобится и из всех ваших читателей только одному-двум. У вас есть доступ к статистике. Вы видите, какая из книг, какие из книг являются. Ну, это по сути дела рейтинг книг. Вы видите, какие, как книги располагаются по популярности, сколько их читали и как. Вы можете для запроса статистики поставить начало периода и конец периода. Также эту информацию вы можете выгрузить в Excel и уже работать с ней в виде Excel-файла, в виде таблички. Все книги, которые попали в фонд библиотеки, вы можете посмотреть во вкладке вашего личного кабинета фонд. Ну и, наконец, вы можете... Просмотреть э, информацию по всем вашим читателям, э, у которых есть логины и пароли, э, вот в, во вкладке «Читатели». А вот, собственно, и... Э, вся админская работа, которую вы можете выполнить в проекте, а больше, собственно, и не надо, потому что библиотека Nonfiction это достаточно простой продукт, простой как для библиотекаря, так и для, так и для читателя. В библиотеке Nonfiction есть два варианта мобильности. Это более традиционная мобильная версия сайта. Для этого просто надо дописать букву М к названию к адресу сайта mlibbiblioclub.ru и попадете на мобильную версию ну также есть более новый вариант это мобильная приложение действующее на трех платформах Android, iOS и Windows. Бесплатное приложение, которое можно скачать в магазинах соответствующих, соответствующих платформ. Вот, и которое позволит читать книжки со своего телефона или планшета читателям, что очень удобно делать, например, в транспорте и так далее. Очень многие читатели сейчас пользуются именно этой возможностью. Для организаций, которые хотят к нам подключиться, но пока еще не решились на это финансово, кроме возможности подключиться на некоторый срок в демо-режиме, есть возможность заключить на год безденежный договор, и уже в этом случае у ваших читателей будет доступ к Золотому фонду научной классики, то есть к неправной литературе, которая есть у нас. Вот. В любой момент этот безденежный договор может быть дополнен доп. соглашением, может пополнить свой счет и тогда уже перейти к подробным к полному использованию нашей библиотеки контактные контактная информация ну судя по всему у вас она уже имеется не буду на этом заострять внимание если необходимо скачайте презентацию будет она у вас ну и наконец менеджер проекта который вы, которого вы хорошо знаете ну по крайней мере кто-то из вас это Алексей Архангельский он у нас управляет проектом Nonfiction организуют диалог с библиотеками. Прошу любить и жаловать в случае необходимости обращайтесь к нему. Про первый продукт я вам рассказал. Давайте перейдем к да, я хотел бы отметить, я знаю, что у вас не три участника, а больше и... И э, люди сидят перед, э, перед экраном одним большим, смотрят. Если есть вопросы через э, вашего э, ведущего, пожалуйста, э, задавайте их прямо в чате, я постараюсь ответить. Э, ну, а сейчас перехожу к следующему продукту, который называется библиотек э, Библиошкола. Э, продукт би -би -би Библиошкола это тоже вариант э, электронной библиотеки, но в данном случае. Не для ну, условно говоря, все, все деление, конечно, очень условно. Не для публичных библиотек, а для школ. Это тоже такой вариант нашей университетской библиотеки онлайн, но в варианте для школ. В результате оттуда удален весь контент, который необходим более старшим пользователям, студентам, аспирантам, научным деятелям и так далее. Оставлено только то, что необходимо, необходимо в школе. Ну и в результате а, а, такого, а, такого отсечения, не только отсечения, но и а, специализированного наполнения контентом, конечно, а, а, получился продукт тоже достаточно простой, а, а, ну, на порядок, ну, скажу на порядок, ну, гораздо проще в университетской библиотеке онлайн <coughs> и а, а, доступный, доступный школьник. Ну, не буду воспроизводить эту... Эту фразу наш министр просвещения вот в свое время высказался по поводу возвращения неклассного чтения. Библия-школа Библия это <coughs> это продукт для школ. Вот внешний вид главной страницы. Самое главное, что надо знать про Библиошколу, то что в ней хранятся не учебники, а книги. Книги в основном для дополнительного чтения, методическая литература, издания по педагогике, христоматии по литературе, материалы для подготовки к ЕГЭ литература для внеклассного чтения, развивающая литература, справочная, энциклопедическая, издание для организации детского досуга и так далее. А, ну, почему не учебники, наверное, всем понятно. Школьные учебники у нас монополизированы двумя-тремя издательствами, которые никому их не отдают вот, и занимаются самостоятельно распространением этих учебников, как в бумажном, так и в электронном виде. ну Такова специфика нашей страны. К сожалению, с этим ничего сделать нельзя. Хотя, конечно, видимо, это нездоровая ситуация. Но в данном случае не об этом. Кроме учебников, конечно, студи... школьникам, конечно, нужна масса другой литературы, которую они должны читать. Прежде всего, конечно, это литература для внеклассного чтения которая обычно и является предметом похода в библиотеку. Если учебники для школьника, как правило, либо закупаются, либо выдаются школой и с комплектованием все более-менее нормально, то книги для внеклассного чтения, в зависимости от того, от выбора, они составляют уже из себя гораздо более широкий список, и за ними, если Библиотеке семейной библиотеки их нет, приходится э, обращаться в библиотеку, либо в школьную библиотеку, либо э, в публичную библиотеку, детскую библиотеку и так далее. Вот этот пробел и э, библиошкола и э, каким-то образом закрывает э, уже электронными э, вариантами этих этих книг э, точно так же как в э, в предыдущем продукте, о котором я рассказывал, есть аудиокниги у нас, но, разумеется, отобраны по другому немножко принципу, около 20 тысяч аудиокниг и аудиоучебников. Аудиохристоматии по литературе, детская литература, история, культурология и так далее. Кроме текстовых изданий у нас есть мультимедийные издания такие как цифровые карты, тренажеры, доступ к компакт-дискам онлайн и так далее. Ну, тут достаточно банально, но про это все равно надо сказать, что у нас есть каталог, есть поиск, возможность цитирования и распечатки прямо из библиошколы. Все книги прошли качественную подготовку, представлены в основном в форматах EPUB или PDF для удобства чтения как с компьютера, так и с мобильных устройств. Внутри э, библиошколы есть э, раздел, который называется Библиотека русской классики. Э, это более 100 э, собраний сочинений классиков русской художественной литературы. Э, мемора собрание сочинений, мемуары, дневники, письма, заметки, отзывы, исследования и так далее. То есть практически все, что нужно по русскому языку и литературе, касательно русской литературы, есть в достатке у нас, то есть не только какие-то тексты адаптированные для школьников, маленькая выборка, но и полные, полные собрания сочинений. Как я уже говорил о тематических коллекциях, повторюсь здесь, что здесь, ну, единственное, что немножко другая выборка тематических коллекций присутствует. Около пяти, более 50 тематических коллекций из того набора 200 коллекций, которые присутствуют максимум у нас в университетской библиотеке онлайн. Ну, а здесь те коллекции, которые больше, больше нужны школьникам. покрывается список художественной литературы, рекомендованный Минобрнауки. Ну сейчас, наверное, уже надо говорить Министерством просвещения, хотя в свое время этот список был сформулирован именно Минобрнауки. Это 580 произведений. Они обогащены иллюстративным мультимедийным материалом, краткие содержания произведений, есть тесты на проверку знаний произведений полная методическая, издательская и юридическая подготовка, корпуса текстов и так далее, и э, также покрыт список, который мы называем Христоматия плюс, это дополнительная литература, содержащая все издательские, э, в издательских учеб, учебных линейках по литературе и внекрасному э, чтению. То есть то, что рекомендовано для школьника для внекрасного чтения. Это около тысячи произведений вся классика отечественной и зарубежной уже литературы разнообразная культурологическая патриотическая психологическая тематика и так далее что позволяет библиошкола школе иметь в школе богатую литературную и книжную коллекцию, предоставлять доступ, разумеется, не только в помещении школы, но и везде, где есть интернет, отслеживать активность чтения учениками, создавать и публиковать собственные проекты школьников, интегрировать системы электронных дневников и так далее. Разумеется, есть мобильная версия в тех же вариантах, что и для библиотеки Nonfiction, в варианте мобильного сайта, а также в варианте специализированного приложения для iPad, iPhone и для Android. Ну и давайте разберемся, что дает библиошкола для, первое, для школьника. Она дает, собственно, литературу для программного и внеклассного чтения дополнительную литературу по предметам для саморазвития и индивидуальной подготовки, книги, досуговые книги для чтения, ну и, наконец, материалы для разработки проектов. Как известно, проектная деятельность сейчас широко в школе представлена. Для преподавателя дает методическую литературу, вот тут надо обратить внимание, что библиошкола, она, конечно, самая главная ее цель – это покрыть все, все запросы, собственно, школьника. Это самый массовый, самый массовый запрос. Но кроме этого, об этом мы говорили меньше, тут есть методическая литература, литература по педагогике, школьной психологии, программные инструменты для отслеживания качества чтения дополнительная литература по предметам для саморазвития, для олимпиад, для проектов, учебная и научная литература для повышения квалификации педагогов и так далее. Ну и <coughs> что дает библиошкола администрации и библиотеки? Ключевые элементы информационно-образовательной среды для школы, учебную, художественную, научно-популярную литературу для всех категорий пользователей, которые представлены в школе, мультимедийный контент для обогащения школьных предметов, то есть некий дополнительный материал, программные инструменты для улучшения качества обучения, необходимую литературу для повышения квалификации преподавателей, ну и так далее. И, наконец, что библиошкола дает родителям детскую и подростковую библиотеку для своих детей, научно-популярную литературу по детской психологии и воспитанию, литературу и мультимедийный контент для дополнительных заданий подготовки к ЕГЭ, поступлению к вузу и так далее. Ну и опять же программные инструменты для отслеживания, для отслеживания чтения. Вот четыре категории, которые мы отдельно вы, выделили, пожалуй, это все, ну или по крайней мере основные категории пользователей, которые возникают в школе в связи с чтением, с потребностью в чтении литературы. Uh, собственно, все. Uh, по этому поводу можете обращаться тоже к Алексею, uh, если возникнет необходимость uh, в этом продукте. Uh, повторюсь, что uh, вопросы вы можете задавать прямо в чат. Uh, ну и давайте я вам расскажу о третьем нашем продукте, о котором меня сегодня просили рассказать. Это ArtPortal. Uh, ArtPortal стоит особняком по сравнению с теми продуктами, о которых я только что говорил. Во-первых, арт-портал – это проект, который на 90% бесплатный. Это прежде всего галерея, но с другой стороны, слоган нашего этого продукта, арт-портала – это «больше, чем галерея». Мы стараемся этот проект сделать э, учебным. Ну, собственно, даже э, просто галерея художественных произведений является, на мой взгляд, учебным проектом, хотя бы потому, что э, в... Э, в ситуации революции медиа, в которой мы сейчас находимся, каждый человек, включая школьника, студента, аспиранта, разумеется уже, тем более преподавателя, должен быть немножко билд-редактором. Немножко так, давайте, я вижу вопрос. После приобретения издания фонд библиотеки, которое количество раз ему можно выдать читателям. Видимо, речь идет о, о, о библиотеке сколько угодно, Сколько угодно раз до тех пор, пока у вас существует договор с с нашей компанией, с компанией Direct Media. То есть, ну, будет тысяча раз запрошено, значит, тысяча раз. То есть, попадает на навсегда попадает. Единожды оплаченная книга попадает в фонд навсегда в течение действия договора. И количество раз обращений не является ресурсом. А, а вот. Итак, продолжу по поводу м, арт портала. А, почему он учебный сам по себе, даже как э, галерея? А, дело в том, что э, навык э, подбора иллюстративного материала э, становится одним из базовых э, базовых навыков 21 века для всей категории и учащихся и научных сотрудников. Э, мы все должны быть в настоящее время, мы все должны быть немножко бильд-редакторами. Это 50 лет назад все, что казалось контента, вертелось вокруг текста. Сейчас, ну, сожалеем мы об этом или нет, это другой вопрос. В основном весь контент начинается с какой-то иллюстрации, и текст уже дополняет эту иллюстрацию. Даже если мы говорим о э, традиционных изданиях, э, все равно не иллюстрированные издания в настоящий момент являются некоторым э, исключением, э, исключением из правил. Ну, не, э, художественная литература в данном случае стоит особняком, а э, я говорю о э, широких формах контента. Э, э, вот... Э, Разумеется, и при произведении каких-то работ студентам, школьникам, при написании рефератов, эссе и так далее, стоит вопрос в подборе иллюстративного материала. И вот арт-портал, он прежде всего служит для того, чтобы покрыть эту необходимость. Вот так выглядит красочно главная страница нашего... А давайте я Дам на нее ссылку одну минуту. Ее можно открыть прямо сейчас в параллельном окошке, чтобы наблюдать то, о чем я буду говорить. Так, даю в чате ссылочку. Вот так выглядит главная страница. Арт-портал состоит из двух больших э, частей. Собственно, Арт-портал э, как объемлющий про, проект, э, он, э, повторюсь, э, на 90% бесплатен. То есть бесплатно вообще все, что в нем есть. Но э, 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 в платном аккаунте вы имеете доступ к э, полным версиям. Э, картинок, иллюстраций в том, в том максимальном разрешении, которое они у нас есть. А разрешение, максимальное разрешение, оно подчас такое, что позволяет публиковать уже эти, эти изображения в приличных изданиях. Это несколько тысяч на несколько тысяч пикселей. Вот. Ну и вторая часть, о которой я отдельно расскажу в конце, это «Артотека». Это подписной сервис, в котором, однако, тоже есть свободные проекты. Ну, давайте отдельно расскажу, это требует некоторого времени отдельного. Итак, арт-портал, вот его, я уже привел его адрес. Это более почти 65 тысяч изображений, более чем 7 тысяч авторов из более чем э, 3 тысяч музеев. Э, практически все стили, здесь вот только некоторые приведены, стили и направления, и жанры покрыты э, нашей, нашей галереей. Чем мы занимаемся в последнее время? Не столько наращиванием количество изображений, сколько улучшением их качества, консолидация информации, качество текстовой информации, атрибутики, качество дополнительные описания к изображениям, где это возможно делается, существенно улучшается качество изображения, подбираются новые варианты файлов, как по лучшие, как по <coughs> разрешению, так и по по цветопередаче. Новый проект, который мы реализуем последние три года, это «Артотека» появился в нашем, нашем арт-портале. А, ну и, наконец, реализуются такие варианты, как интерактивность и мультимедиа. Хотел бы сюда еще один пункт добавить. Это специальные описательные разделы к музеям эпохам и стилям, отдельным художникам и так далее. Как я уже говорил, к отдельным произведениям наиболее широко известным у нас появляется описание. Ну, описание это тот дополнительный материал, кроме атрибутики традиционной атрибутики, это как правило от одного до трех-четырех предложений, которые описывают данное произведение. Причем прямо в матрице поиска изображения с описаниями, они видны, вот у них такая вот рамочка, которая сразу заметна. По поводу качества информации, конечно, прежде всего это атрибутика. В данном случае речь идет о точности атрибутики и о количестве параметров атрибутики, которые присутствуют. Вот обычный состав атрибутирования произведения: это автор, год, материал, размер, музей и город, где было, где было это, написано это произведение. Но бывают и э, расширенные э, форматы, об этом мы немножко э, позже поговорим. <связь> Что касается качества изображения... Как я уже говорил, идет постоянная замена изображений на более качественные, улучшается цветопередача, а разрешения в последнее время становятся, становятся доступны, доступными вплоть до гигапиксельного. Что это такое? Мы чуть попозже поговорим. Гигапиксельные разрешения в основном, изображения в основном представлены у нас в ордотеке, в специализированных проектах, которые называются интерактивными путешествиями. К интерактивным элементам нашей галереи мы относим галереи изображений, слайдеры, интерактивные оси времени, мультимедийные материалы различные. Ну и вот наиболее продвинутый тип ⁇ это интерактивные путешествия, о которых я немножко расскажу в конце. Слева у нас кнопочки описывают основные, основные, основные классы, классы объектов. Самый первый класс, на тот, на который сейчас указывает стрелка, это живопись. <coughs> ну и вот здесь приводится пример конкретного живописного произведения, информация об объекте, атрибутика, тот, который, то, о чем я только что говорил. Ну и вот это мы сейчас не будем рассматривать, это некоторые дополнительные возможности, которые, можно, которые доступны подписчику платному подписчику. Ну не, не столь они существенны, чтобы сейчас сейчас о них говорить. Следующая кнопка это графика. Да, ну и вот на этом примере мы видим, что иногда атрибутика бывает гораздо более насыщенной. Здесь есть еще стиль, жанр, вид искусства, материал, техника, но остальное все, остальное все примерно то же, что и в прошлый раз. Следующий тип это архитектура. Ну, архитектура представлена не настолько <связать> подробно, как первые два жанра, но тем не менее достаточно много а, тут есть а, а, выдающихся произведений. Атрибу атрибутика выглядит немножко иначе. А, ну, и на этом примере а, я хотел бы отметить, что есть у нас а, такой вид интерфейса, как хлебные крошки который позволяет откатиться к любому из предыдущих экранов в один клик следующий тип это скульптура вот и ну вот на примере скульптуры хотел бы обратить внимание как у нас идет работа с увеличенными размерами когда не помещается на один экран произведения, то его можно отмасштабировать и рассмотреть его увеличенное изображение, вплоть до изображения пиксель в пиксель, один в один. А вот, ну и э, участок, высвечивается тот участок, который в настоящий, вот на этой карте высвечивается тот участок, который в настоящий момент покрыт э, отображенный экран. экране про э, возможность просмотра иллюстрации с увеличением э, в наших от э, проектах в ортотеке есть э, дополнительная возможность это интерактивное путешествие э, в котором э, изображение высокой четкости э, просматривается по объектно и каждому объекту э, принадлежит некоторая э, описательная часть Следующий, следующая кнопка слева это декоративно-прикладное искусство. Вот так выглядит матрица внутри этого пункта. Ну и дальше здесь показан такой элемент интерфейса, как фильтры внутри, внутри одного раздела фильтры по стране, по времени, по жанру и так далее. Ну и да, ну здесь есть еще вот театральное искусство и так далее. А теперь по нижнему ряду пройдемся. Есть кнопка ⁇ Авторы ⁇ И тут надо отметить, что наша... Наш арт-портал – это не только галерея, но у него есть достаточно обширная содержательная часть, по, биографическая часть по авторам. По основным авторам, по не только великим, но и выдающимся художникам есть достаточно продвинутые биографии. Кроме того, в конце страницы есть... Есть, разумеется, релевантные изображения, которые можно посмотреть сразу от этого автора. А также есть книги в нашем магазине электронных книг, которые можно по одному книгу перейти и купить, если есть такая необходимость. Книги, в которых данный автор ну, не, совсем, не просто упомянут, а <косвязь> где ему принадлежит достаточно большая роль. Ну вот, например, для Босха это книга «100 художников», книга по музею Прада, где хранится его лучшее произведение «Сад земных наслаждений», ну и, собственно, книга, посвященная Босху. Есть выбор музеев. И, и э, по этому выбору мы, вы можете э, ознакомиться с основыми, основными музеями, э, их историей, э, можете перейти сразу на э, сайт этого музея. Э, то есть вся та информация, которая необходима. Э, еще раз подчеркиваю, от портал это э, не просто галерея, это э, учебный, э, учебный портал, и вот поэтому в нем такая вот дополнительная информация есть, которая э, очень потребна для школьных и студенческих рефератов, эссе и так далее. Э, очень сильно развиваемый в настоящее время э, раздел «Эпохи и стили». Э, здесь приводится описание э, каждого, каждого стиля. Э, и о каждом стиле ä, написан некоторый, сти... некоторый текст, есть примеры его использования, э, этого стиля, и э, э, планируется, что по каждому из них будет э, э, видеоролик, который будет э, кратко описан, описывать этот, этот стиль. Кроме того, что касается эпохи стилей, э, хотел бы особо отметить, что у нас в Директ Академии э, есть 8 бесплатных э, вебинаров, их записи доступны на нашем видеоканале э, по э, многим стилям, по, по стилям, э, стилям искусства. А, вела э, популярный блогер, историк, литературы э, историк искусства Софья Багдасарова. А, Разумеется, у нас есть поиск, как обычный, так и не буду об на, на этом заострять внимание это э, э, наиболее востребованные вещи разумеется поиск поэтому располагается наверху э, вот а теперь поговорим об ортотеке ортотека э, э, это э, некий подпроект арт портала который в последнее время вырос уже в самостоятельный проект, но функционально он с арт-порталом настолько крепко связан, что отрывать не имеет смысла их. Артотека – это подписной сервис. Выпуски артотеки выходят раз в две недели, то есть 24 выпуска в год. Что из себя представляют выпуски? Выпуск картотеки ⁇ это достаточно подробное описание некоторого направления в искусстве, художника, музея, иногда и отдельного произведения в виде достаточно подробного текста, богатого иллюстративного материала, и все это в форме для большой страницы, лонгрида так называемого, вот, который достаточно глубоко структурирован, снабжен интерактивными элементами различными, такими как слайдеры, оси времени и так далее. Ну, иногда и мультимедийные, дополнительные мультимедийные информации. Давайте я вам дам ссылку на Артотек, чтобы вы прямо сейчас могли с ней ознакомиться. Сейчас дам ссылку прямо в чат. Вот, Артотека, как я уже говорил, это подписной сервис, но 7 проектов артотеки из нынешних 60, доступно 60 с лишним, уже к 70 подходит, доступны в бесплатном режиме, так что можете их смотреть сами и рекомендовать вашим, вашим читателям. Чисто по времени создания. Uh, у нас uh, uh, были такие формы проектов, как интерактивная страница. Самый первый вид uh, uh, наших арт-проектов был, uh, первый вообще был «История Китая», и вот на, uh, на этом проекте можно ознакомиться с этим видом. Uh, большинство uh, проектов реализовано в, uh, в виде, который называется «Long Grid», ну и наиболее продвинутые проекты, их у нас сейчас 5 или 6, не помню, реализованы в виде интерактивной карты. Вот это вид главной страницы самого первого нашего проекта «История Китая». Вот так. Это вот такой условно бесконечный холст, который можно мышкой двигать в любом направлении, переходить на конкретные конкретные шильдики, которые расположены на, на нем, ну и при этом попадать в соответствующую более подробную информацию, которая возникает на экране. Вот так вот выглядит обложка лонгрида, то есть второго самого популярного вида наших проектов. Это обложка и дальнейшее дальнейшая информация, которая представлена как в виде а, из, изображений, верстанных непосле, непосредственно в текст, а, так и, собственно, в виде галереи. А, каждое а, изображение в галерее кликабельно, и клик ведет в, м, на соответствующее описание в арт-портале. А, подписка на м, Артотеку автоматически ведет к подписке на арт-портал и, соответственно, к возможности разглядывания произведений в наилучшем качестве. Поэтому по клику вы попадаете в разглядывание этих изображений э, в максимальном э, разрешении. Один из самых насыщенных проектов Образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Кстати, это открытый проект, его можно посмотреть. Содержит 8 разделов, 500, более полутысячи иллюстраций, 8 интерактивных таймлайнов и так далее. Ну и здесь мы как раз можем познакомиться с таким видом интерактивности, как Ось времени. А вот здесь в данном случае э, на оси времени представлен один из разделов э, предыдущего э, выпуска э, Христос и его ученики. Э, все, книги располож... э, прошу прощения, все произведения лежат на оси времени по времени его создания. Можно либо слайдером переходить вперед-назад по оси времени, либо непосредственно тыкать прямо в тот период времени, который необходим, э, двигаясь ось времени вперед-назад менять масштаб оси времени и так далее. Ну вот давайте я вам в качестве примера сейчас приведу ось времени, которую я очень люблю, которую мы создали для одного из таких проектов. Это ось времени для проекта Зинаида Серебрякова. И эта ось времени посвящена портретам Зинаида Серебряковой, автопортретам Зинаида Серебряковой. Можете посмотреть, тут около 25 автопортретов, размеченных по времени их создания от самого начала 20 века до 1956 года. Интерактивные карты, как я уже говорил, это один из самых загруженных информацией и э, продвинутых наших видов наших э, проектов э, в этих интерактивных картах или на интерактивных путешествиях, как правильно наверное, надо это называть, используются э, гигапиксельные изображения. Что такое гигапиксельные изображения? Вот если взять. Э, трипсих садземных наслаждений. Это изображение размером 30 тысяч пикселей на 17 тысяч пикселей. Это, если перед вами сейчас экран Full HD, то там 1920 на 1080 пикселей, то таких экранов надо 15 по горизонтали, 15 по вертикали, чтобы вот эта картинка полностью, полностью влезла пиксель в пиксель. Вот, соответственно, это дает возможность наезжать на объекты, увеличивать примерно до 20-30 раз без ухудшения качества. То есть... Каждый раз, когда мы увеличиваем, мы не, не ухудшаем качество, а наоборот проявляются новые объекты, новые, новые детали, которые мы можем разглядывать. Ну вот, например, один из э, слайдов такого путешествия по э, Иерониму Босху. Это в данном случае э, такое средненькое увеличение, отнюдь не самое серьезное. Слева про приводится фрагмент изображения, а справа контекстная информация, оби э, объясняющий текст, э, какая-то контекстная картинка, либо э, контекстный фильм. Вот и вот из таких перемещений по данной картине, собственно, и состоит интерактивное путешествие. Второе интерактивное путешествие, которое, кстати, в отличие от Босха, доступно в режиме бесплатном, это Сан Иванов "Явление Христа народу". И давайте я прямо сейчас дам ссылку на него. Так он у нас здесь? Сейчас, одну минутку. Это потребует от меня буквально полуминуты, наверное, не больше. Вот этот проект, можете прямо сейчас с ним ознакомиться, кто находится у экрана своего компьютера. Технология точно та, точно та же, о которой я говорил. Идет увеличенное изображение какой-то фигуры, описание этой фигуры искусствоведческое. И если есть такая возможность, какое-то релевантное изображение. В данном случае это эскиз к данному фрагменту. Как известно, у Иванова было более 400 эскизов к его великой картине. И вот некоторые из этих, из этих эскизов мы использовали в, в качестве иллюстраций для нашего интерактивного путешествия. Можете посмотреть, как это примерно выглядит. Достаточно богатая искусствовеческая информация для тех, кто готовят э, проект в школе или в университете по данному произведению. Э, ну и для тех, кто хочет подробнее узнать про арт-портал и артотека, я могу посоветовать посмотреть э, э, записи вебинаров, которые проводились в этом году, 25 января, арт-портал в помощь школьнику, студенту и преподавателю. И э, 12, 20 июня новые выпуски «Артотеки». Три года проекта. Вот последний, совсем недавно прошел у меня вебинар, на котором я про «Артотеку» говорил более подробно. Ну что ж, мы с вами уложились ровно в час, как я и предполагал. Есть ли у вас какие-то вопросы по данному вебинару, по всем трем проектам? Либо вообще какие-то э, вопросы к компании Direct Media, по возможности я э, на них отвечу, либо переадресую вас э, к тому человеку, который может это сделать. Ну, подожду еще минуту, э, исходя из того, что у нас не все находятся перед мониторами собственных э, со, собственных компьютеров. Хорошо, Наталья Викторовна. Раз пока вопросов нет, э, вот э, информация обо мне: как можно со мной связаться, э, адрес электронной почты, мой мобильный телефон. Все это можно узнать из э, из наших Презентации. А, да, я хотел бы обратить внимание, что а, наши презентации вы можете скачать, и при необходимости э, э, уже доведения э, этой информации до ваших э, пользователей, для, до читателей, можете использовать. Э, единственная просьба со ссылкой делать это со ссылкой на компанию Direct Media и на меня. Э, вот, а так можете их использовать либо э, как ну, как, как целиком, так и использовать из них отдельные слайды. Единственная просьба – это нас упоминать. Ну что ж, коллеги, огромное спасибо за присутствие на нашем вебинаре. Надеюсь, вы получили информацию об трех наших проектах. Более подробную информацию приходите к нам на, в наш проект, который называется «Директ Академия». Этот проект веду я, и это проект бесплатных вебинаров, которые проходят почти каждый день. На этой неделе у нас заканчивается сезон 2017-2018 года. Новый сезон мы начнем в сентябре. И, надеюсь, будет очень интересно. Приходите, все наши вебинары бесплатные принимайте участие, они достаточно интересны. Эти вебинары как по нашим продуктам, но это меньшая часть вебинаров, а в основном это просто мы приглашаем просто интересных экспертов, которые, экспертов, которые нам рассказывают о... Ну, это такая интеллектуальная площадка для общения посредством онлайн-мероприятий ну что ж коллеги всего тогда вам доброго до свидания до новых встреч надеюсь вас увидеть на наших других вебинарах и надеюсь ваши вашей библиотеки увидеть среди наших клиентов всего доброго до свидания!